Ну что, друзья, мы вновь с вами. С вами все так же Lemming Games Юра и Сулейман Чупакаев. Мы для вас комментируем сегодня турнир на 500 тысяч тенге или 100 тысяч рублей от сети клубов Алматы Бро Chillin' Game. Соответственно, всем здравствуйте. Вас много, мы видим на трансляции. Присутствует небольшая задержка, но мы стараемся отвечать и подмечать какие-то аспекты, которые... Вы пишете, огромное спасибо за донаты, я посмотрю чуть позже, отвечу, огромное спасибо за фоллоу, welcome стримы, вот. Собственно, коротко, у нас 8 карт, сейчас вторая карта стартует, сегодня суммарно 8, это 4 Рангеля, 4 Мирамара. У нас в основном турнир проходит в формате LAN, но в этом турнире можно всегда поучаствовать за небольшую доплату, да, в формате купить игровое место в клубе в одном и можете участвовать онлайн, вот. Юра, как первая игра вообще, как, чё? Мне понравилось противостояние вот этого вот прям киберспортивного лобби с некиберспортивным лобби. Это очень интересное противостояние, потому что, опять же таки, есть такие моменты, где прошники немного, ну, переигрывают себя, потому что понимают то, что должен быть кавер в каких-то ситуациях, а его нет, потому что игроки смотрят не туда, куда хотелось бы, чтобы смотрели... В общем, да, прошники допускают ошибки, но все мы люди, все мы понимаем, да и PUBG такая игра, то что в PUBG игроки допускают ошибки довольно-таки часто. Просто вопрос в том, насколько простительны данные ошибки, но, как показал опыт 15-й команды в составе Санчо и Ермака, то есть, да, иногда такие ошибки, конечно, не прощаются, но ребята все равно показали классную игру, было приятно смотреть за игрой всех, в принципе, команд, игроки показали нам хорошую игру, вот, хотелось бы, наверное, подытожить насчет первого раунда. Да, все правильно ты сказал, друзья, для нас, так скажем, это новый перформанс, плюс... Ну, чувствуются прям какие-то аспекты киберспорта, Юра правильно сказал, тут присутствует достаточно очень много представителей, так скажем, игиты киберспорта, там, тир-2, тир-3, кто-то аналитик, кто-то игрок, и молодые какие-то перспективные ребята, да,